вы не понимаете, что здесь происходит, то вы ничего не слышали о ИТММ. Сейчас в нем готовят как фундаментальных классических математиков, так и готовят прикладных инженеров, которые занимаются программированием и информационными технологиями. Это и передовая наука, это интересные преподаватели, это и представители бизнеса, которые позволяют им уже с 4-го курса подрабатывать и выбирать себе будущее место работы. Поэтому институт у нас передовой, интересный, и мы будем рады, если вы станете студентами этого института. У нас в институте мы занимаемся не только тем, что готовим кадры, но мы занимаемся и научными исследованиями. Это крупные научные проекты, это мегагранты в области искусственного интеллекта, в области высокопроизводительных вычислений. И студенты уже на младших курсах могут участвовать в этих проектах, набирать опыт, знания, умения и навыки, а могут также проходить практику на IT-предприятиях. И по окончании университета у них не будет никаких проблем с трудоустройством. Подготовка специалистов, которые будут продвигать новые технологии и создавать будущее, происходит здесь, за этими партами и в этих лабораториях. Компьютерное моделирование применяется во многих областях науки – физики, химии, экономики, биологии, машиностроения и так далее. Численные методы позволяют изучать свойства и предсказывать результаты процессов в динамических системах, а иногда даже вычислительные эксперименты на цифровых двойниках заменяют собой реальные эксперименты. При этом задача состоит не только в том, чтобы корректно реализовать тот или иной метод, но и сделать так, чтобы он работал за приемлемое время, и в этом случае не обойтись без суперкомпьютеров. В состав ННГУ входит суперкомпьютер Лобачевский, на котором проводится решение задач. А какие еще моделируются компьютеры? В стенах нашего института ведутся разработки алгоритмов, которые способны помочь в разработке квантового компьютера и улучшить его производительность. Мы уже умеем моделировать огромные квантовые системы, и придя к нам, вы будете участвовать в написании истории, потому что за квантовыми компьютерами будущее. Я занимаюсь численным моделированием высотных разрядов, спрайтов и гало. Эти разряды происходят настолько высоко, что очень сложны для изучения путем прямых наблюдений с Земли. Зато мы можем построить их численную модель, решить дифференциальные уравнения и проверить знания с помощью измерения, например, оптических эмиссий. Среди многих проектов, которыми занимаются в ИТММ, отдельно стоит сказать об исследованиях на стыке математики и медицины. В рамках нашего института мы создаем не только теоретические продукты, но и вполне физические, которые ориентированы на помощь людям. В частности, я являюсь сотрудником проекта «Киберсердце», которое ориентировано на помощь людям с телоименными патологиями сердечной мышцы. В рамках данного проекта нами был разработан некий мобильный девайс, который позволяет получать сигнал электрокардиограммы человека в любом доступном месте. Достаточно прикрепить электрокардиограф на грудь. В данный момент он на мне. Как видите, его практически не видно. И основная передача данных происходит через интернет с помощью моего смартфона. Как видите, в рамках нашего института был разработан продукт, который уже сейчас внедряется в многие поликлиники. Данный продукт нацелен на помощь врачам в постановке диагноза и в мониторировании состояния пациента на протяжении нескольких суток. Я в университете занимаюсь низкоуровневой компьютерной графикой и компьютерным зрением. Это две области, которые у нас в Нижнем Новгороде очень хорошо развиты, и Нижний Новгород является таким даже мировым центром, например, по компьютерному зрению. И из компьютерного зрения мы плавно перемещаемся в медицинское зрение. Да, мы обрабатываем медицинские данные. У нас был проект совместный, например, с одной из больниц, в которой мы написали ПО для моделирования глазной кости. Когда у нас происходит авария, у нас очень часто ломается глазная кость, и нам нужно сделать ее титановый имплант. Чтобы его сделать, мы как раз написали программу для ее моделирования. Другой областью, которой мы, например, очень хорошо занимались, это моделирование электропроводимости сердца. Потому что бывают такие проблемы, такие болезни, когда у нас сердце перестает
через пучок ГИСа пропускать электрический сигнал, и нам нужно смоделировать, как он проходит по всему сердцу, чтобы разработать, например, лечение или попробовать протестировать новое лекарство. И для таких задач нам уже не хватает обычных компьютерных мощностей, да? Нам здесь приходится выходить на вычисления на видеокартах, на вычисления на суперкомпьютерах. И это то, что мы сами изучаем и чему мы учим наших студентов. Институт активно помогает студентам развиваться в сфере программирования. Лаборатория IT Lab ежегодно набирает стажеров среди тех, кому тесно в рамках стандартной учебной программы. Они получают возможность работать над реальными научно-исследовательскими проектами совместно с преподавателями и сотрудниками ведущих IT-компаний города. Наша лаборатория создана в 2002 году. Она называется IT Lab. Основная идея лаборатории состоит в том, чтобы дать возможность студентам понять, как те знания, которые дают им на лекциях, на практике, применяются в индустрии и в науке. Для этого мы раз в год отбираем на конкурсной основе студентов, разбиваем их на небольшие команды по 3-5 человек, в которых они работают год над проектами под руководством наших сотрудников. Наша компания занимается исследованиями и разработкой в области искусственного интеллекта, конкретно в такой области, как компьютерное зрение и глубокое обучение. Это довольно математизированная область, наукоемкая, в которой важно, кроме уверенного владения современными IT-технологиями, еще иметь крепкие фундаментальные знания в области математики, в таких областях, как линейная алгебра, математический анализ, теория вероятности. Студенты-выпускники выгодно отличаются как раз вот сочетанием хорошей фундаментальной подготовки и уверенным владением IT-технологиями. Теперь заглянем на сайт института. Даже он отличается от своих собратьев по университету. Итак, нас интересует вкладка «Преимущества ИТММ». Читаем и видим, что помимо практикоориентированности, когда с первого курса студента погружают в мир программных продуктов и роботизации, после института еще и гарантированное трудоустройство. Выпускники института ИТММ востребованы и высоко ценятся на рынке труда. Многие студенты начинают свою практическую деятельность на старших курсах обучения. Иногда это приводит к возникновению необычных интересных проектов, таких, которые используют дополненную реальность. Представьте, что ваш смартфон — это машина времени, которая переносит вас в прошлое, и с помощью телефона вы можете навести камеру на окружающие достопримечательности, какие-то исторические объекты, и увидеть, как они выглядели раньше, увидеть какие-то исторические реконструкции, возможно, даже заглянуть внутрь стен Кремля, познакомиться с историческими персонажами. И все это возможно внутри мобильного приложения. Современные технологии, с которыми мы взаимодействуем на каждом шагу, это не только тысячи строк программного кода, но и эффективные алгоритмы, разработка которых была невозможна бы без математической постановки задачи. Современные компьютеры — это цифровая обработка данных. А цифровая обработка невозможна без развитой математики. Математика применяется как для создания новых передовых компьютерных программ, так и для изучения других областей нашей жизни — физики, инженерии, но также и для социальных сетей, градоустройства и так далее. Ну и, конечно же, математика — это интеллектуальное приключение, это интерес от решения задач. И наш университет, и наш институт имеет многолетнюю практику преподавания математики и проведения передовых научных исследований, поэтому именно у нас ее и нужно изучать. И ИТММ имеет почти 500 бюджетных мест для обучения в бакалавриате и магистратуре. В институте можно учиться и, наверное, все время студенты проводят за партой или за клавиатурой компьютера. Есть ли время на студенческую жизнь? И не зря этот институт считают одним из самых загадочных в университете. Ведь именно эти ребята придумали свой собственный девиз. Именно ты меняешь мир. В университете состоялось. Визит президента Российской академии наук Александра Сергеева и академика, директора Института системного программирования имени Иванникова Арутюна Аветисяна. Цель – обсуждение реализации перспективных проектов в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и IT-образования. В Дзержинском филиале ННГУ состоялся антинаркотический марафон. Цель – показать, какой счастливой, разнообразной и здоровой может быть жизнь без наркотиков. В университете будет 10 апреля – визит космонавта, героя России Сергея Рязанского в музей Нижегородская радиолаборатория по адресу Верхневолжская набережная, 5.
Цель – встреча с сотрудниками и студентами ННГУ в преддверии Дня космонавтики. 11 апреля – день открытых дверей на факультете социальных наук и в Институте международных отношений и мировой истории. Цель – познакомить будущих абитуриентов, их родителей и всех желающих с направлениями подготовки учебной и внеучебной деятельностью.